Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Коротко сначала о сервисе TimeWeb. Это универсальная услуга для создания и размещения сайтов, блогов, лендингов, интернет-магазинов, веб-сервисов любой сложности и нагруженности. И как здесь зарегистрироваться, вы можете просмотреть вот в этом ролике. А сейчас мы будем регистрироваться в Webmaster. Это инструмент для активных партнеров, благодаря которому вы будете участвовать в партнерской программе на сервисе TimeWeb и получать здесь пассивный доход. А для этого всего-то нужно зарегистрировать себе свой личный кабинет Webmaster и привязать его к сервису виртуальных услуг TimeWeb, в котором вы будете видеть количество ваших приглашенных по вашей ссылке, их покупки и ваши бонусные начисления от их покупок. А главное, что с этого кабинета вы можете не только продлевать оплату за свой хостинг или другие инструменты, но еще и выводить получаемый доход от партнерки на личные нужды на кошелек Юмани, бывший Яндекс.Деньги. То есть понимаете, да, как все здесь серьезно, а главное законно. Нажав вот тут на кнопку «Еще» и прокрутив страничку до низа, вы увидите партнерские ссылки с видеоинструкциями для регистрации и на криптобиржи, и на электронные платежные системы, и на другие легальные инструменты, где есть пассивный доход, а также ссылку на весь плейлист «Сайт с нуля». Находим тут ссылку на регистрацию в TimeWeb. Рядом вы видите пятизначный код 93843 для активации и TimeWeb, и партнерской программы Webmaster. Нажимаем на ссылку и переходим для регистрации TimeWeb вашего личного кабинета Webmaster. Читаем. Зарабатывайте на партнерской программе до 40% с платежей клиента и выводите средства каждую неделю. Мне уже нравится, а вам? Честный заработок. Люди покупают ценный товар, то есть хостинг, домен, да? То есть это не воздух. С удовольствием пользуются, а вы получаете от этого вознаграждение. Опускаемся вниз и читаем всю инструкцию. Если трудиться на приглашение, то за год можно добиться результата в 10 миллионов российских рублей. Приличная добавка к зарплате. Ниже вы видите размер партнерских начислений в процентах за каждый приобретенный товар на TimeWeb. А тут мы видим успехи за квартал тех, кто вышел в топ-10. Прикиньте, 3 миллиона 649 тысяч за 4 месяца. За то, что просто приглашали. Да тут озолотиться можно. Делаем срочно сайт и приглашаем через сайт, ролики, через соцсети. Друзья, да тут полный колондайк, причем очень честный. Минимум в топ-10 заработал кто-то 346 тысяч рублей российских. Я в восторге, как люди могут зарабатывать. Да если изучить этот ресурс и сделать сайт приглашения только на эту площадку, подкидывая новости раз в неделю, это уже даст свои плоды на долгий и постоянный пассивный доход. Прокручиваем страничку ниже. Читаем. На почту придет письмо. Для приглашения вы получите и реф-ссылку, и баннер. Также вам будет доступен сервис для аналитики и кабинет, где вы будете видеть свой доход от партнерской программы. Условия просто шикарные. Нажимаем на слово «Регистрация». Вводите свои настоящие ФИО, чтобы не было потом проблем с выводом. Перед вводом электронной почты проверьте, а входите ли вы в эту свою почту. Не забыли ли вы от нее свой пароль? Внимание! Нажимаем на кнопку «У меня есть код партнера» и вводим вот этот мой код 93843. Просто 5 цифр. Для того, чтобы активировать свою реферальную программу. И только после того, как вы заполните все три поля, можете нажимать на кнопку «Зарегистрироваться». При первом входе в кабинет вам тут же выйдет форма «Анкета». В графе «Кто вас пригласил?» можете вписать мой код активации WM и D93843.
Войдя в свой кабинет «Вебмастер», нажимаем сначала «Заключить договор». Выбираете свое гражданство и очень внимательно читаете весь договор. Что вам нужно сделать, чтобы не наделать ошибок? Опускаемся вниз, ставим галочку и нажимаем «Отправить данные». Вас перебросят на страницу заключения договора. Эта сделка состоит из трех шагов. Первый шаг. Вам нужно еще раз ввести свои действительные данные ФИО и паспорта. Прокрутите вниз и вписывайте прописку, телефон и e-mail. Нажимаете на зеленую кнопку «Отправить». Это был шаг первый. Шаг второй. Тут нужно ввести номер кошелька от ЭПС Юмани. Если он у вас есть, вводите, а у кого его нет, то просмотрите вот этот ролик, как зарегистрировать этот кошелек Юмани. Ссылку на регистрацию на этот кошелек я выложу под тем роликом и под этим тоже. После просмотра этого ролика и после регистрации в Юмани вы уже будете знать свой номер кошелька. И теперь вы переходите опять, где нам нужно вставить этот номер и завершить второй шаг. Нажимаем на зеленую кнопку «Отправить». Нас перебрасывает на последний, третий шаг. Нажимаем на кнопку «Скачать документы». Распечатываем эти документы. Затем подписываете эти документы на 7 и 10 странице. Ставите там число сегодняшнее. Еще раз фотографируете уже с вашей подписью и с числом и годом. Отправляете документы по очереди. Первым документом отправляете развернутый паспорт, на котором ваша фотография. Во вторую строчку отправляете 7-ю страницу с договора и в 3-ю строчку 10-ю страницу с вашими подписями. И нажимаем «Отправить». Если вам что-то непонятно или что-то не получается, вот у вас здесь есть техподдержка, обязательно пишите, и вам ответят. Итак, я загрузила документы и нажала «Отправить». Мне предлагают записаться на конференцию. Нажимаю «Узнать подробнее». Выбирайте «Хочу прийти» или «Быть спикером» на свое усмотрение. Возвращаемся в кабинет, видим, что документы на рассмотрение. Изучите, как работает ваша партнерская ссылка по вашему ID. Вот, либо по этому скрину, либо в самом кабинете. А я нажимаю поочередно вот на эти три соцсети и делюсь ссылками на свой вебмастер на своих страницах в этих соцсетях. Поделилась, перехожу, например, в ВК. Теперь захожу на свою страницу ВКонтакте, опускаюсь вниз и вижу, что мое объявление на моей странице. Я нажимаю здесь «Поделиться». У меня есть две группы в сообществе. Сообщество «Призм» «Поделиться». Сегодня я поделюсь в этом сообществе, завтра во втором. И дальше у меня есть не мои сообщества. «Заработок», «Заработок», «Работа». Я открываю поочередно и я делюсь, перехожу в группы, которые я открыла, и делюсь в этой группе «Опубликовать». Не более чем в 20 группах в день вы можете делиться этой ссылкой. Спамить не нужно. Вы можете что-то писать, можете ничего не писать. Главное – делиться, и люди будут приходить по вашим ссылкам и регистрироваться. Это первые шаги, как распространять свои партнерские ссылки. Следите за выходом новых роликов в плейлисте «Сайт с нуля». Именно в этом плейлисте я буду выкладывать бесплатную информацию, как создать сайт с нуля от А до Я, как его настроить и раскрутить бесплатно. И, конечно же, как зарабатывать на партнерских программах благодаря этому нашему сайту. В описании под роликами буду выкладывать очень полезные коды, промокоды для получения разных плюшек. А на этом у меня все. Желаю всем пройти бесплатный курс на отлично. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под видео и переходите к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля». Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.